Всем привет. Чуваки, короче, мы сегодня катаемся на офигенно эксклюзивных машинах, которые в скором времени все-таки будут на Амазине. Думаю, уже скрывать это ни от кого не нужно. Это автомобиль КАЗ, в прошлом легендарная машина супер высокого скилла на дальнобоях, которая гонит 108-109 километров. Спасибо Франку, да твою ж дивизию, Франку Мишину за то, что дал эти машины. Сегодня мы будем на них кататься, просто кататься на оффроуде, и в конце вас ждет краш-тест этих автомобилей. Возможно, просто даже... сейчас видел, что такое что было. Возможно, даже против электрички, но это не точно. А что такое? Ты ушел АФК, тебя поезд сбил. Только что поезд проезжал? Да. Ты же гонишь, а у меня ты в АФК выходил. Капец, нет. Серверами что это? Да, нет, у меня ты... в АФК ушел, я не хотел говорить даже. Ты заснял? Ты в АФК ушел. Ты заснял, как поезд там снес? Да. Капец. Ладно, погнали. Вообще чётенько. Так, сразу думаю в город, да, или куда, сразу на оффроуд можно тут. Короче, давай сейчас вот можно оффроуд трасса. Можно поедем, реакцию, поедем, посмотрим. Поедем, посмотрим, да, обязательно. Ну, оффроуд, конечно, будет жестко. Прям очень жестко. Ух ты, блин, что-то я разворачиваю. Ну вот, потому что центр тяжести у нее хреновый. Капец, она шлифует. Лол. Да-да, вот почему его и вывели. Она вообще не едет у меня. О, пошла, что-то едет. Ух ты, блядь! Старая тема дальнобоя. Давай прицеп поеду. Да давай, лучше без прицепа. Вот, походу, взорвался. Сейчас проверим, какой КАЗ едет. Лучше взорвался. Едет с прицепом или без прицепа? Какой лучше? Сейчас будем выяснять. Твою мать! У меня чуть не подсказ... Стоп. Тихо. Я видел. Что ты видел? Тебя чуть не подкинуло. Да. Все, вот. Казы застрял, а не... Короче, да, на Ренчелове... Сзади нету фар, прикинь, отражателей, ни хера. Да. Опасно вообще. Они есть сверху, но типа отражатель. А, да, есть фары, да, прям светится. Прикинь, в любой момент сейчас тих, взлетел такой. Да. Твою мать. Слушай, вот это интересно, вот это я понимаю. Вот это, блядь, это вам, блядь, не на вашей девяточке, блядь, проехать. Да. Тут надо, блядь, стараться, чтобы тебя прицеп не подбросило 10 метров, блядь. В космос. Да. Какой 10 метров? Они взлетали там на высоту 10-этажного дома. У меня скриншоты остались. Пару раз. Да, это взлетает нормально. Капитальная кабина, блядь. Именно это такая советская, блядь. Так это очень старый, да, я знаю, автомобиль, я вижу, советский. Это пиздец советский, я вижу. Прям советский, да? Да. Капец, тут машина, не машина, то есть не я рулю, а машина. Сейчас будет взлет, наверное. А не. Блядь. Чё у тебя с прицепа? Он вообще, блядь, от тебя в метрах 5. Тут надо хорошо работать задним ходом. Что такое? Подрифунил нормально тоже. Ну да. Я вообще на скорости 50 валю. Вы можете на ней покататься в автошколе. Она там есть. Да. 4 километра. Когда этот 30 и 30, понял, надо на все права заново сдавать? Да. Не. Или да, по-моему, все. Зато на КАЗе покататься можно. Да. Где ты там вообще? Все там же. Да. Ну не очень, ну капец, вот начал буксовать этот. Ноу, прицеп, не надо отцепляться. А, капец, ты еще там. Да, ты такой жесткий оффроуд, понял. Хорошо, что я на Range Rover тут каждую ночь катаюсь, есть опыт, понял. Прыгаю. Тихо. Я же говорю, благо то, что я на Range Rover тут каждую ночь катаюсь, есть опыт уже. Да, каждую ночь постоянно. Музыку врубаю, погнал. На золотом вот этом Range Rover. Нормально. Твою мать, стоп. Hello. My friends. Аккуратно, my friends, вот видишь, вот что значит опыт, смотри, где у меня прицеп, а где у тебя прицеп. Мой прицеп заспавнился в другом месте. Да я знаю. Ты шо, пушка? Что-то не идет, 14 километров ты же гонишь, 18, 22, 25, 24, 20. Это колбасит, блядь, как будто там все 200.
Он сейчас выезжать будем, там дорога есть. Ну там вроде краш на той дороге, кстати. Да, по-моему, тогда объедем. Поедем в другую сторону, через Латкарину. Блин. Так, давай. Решаем. Блин, он без прицепа вообще по кайфу. Понятно. Ёкарный бабай. Ну. Гудбай, прицеп. Нет, чё? Лондон, гудбай. Я прицеп украду. Бери, бери. Попробуй с ней тут поесть. Сейчас, блин, не берёт. Во. Давай, едь. Сейчас пойдёт взлёт. Блин, аккуратно. Да ща, это же оффроуд. Оффроуд, да-да. Сейчас утоплю, блядь. Во. Я плаханулся, если... То есть я ржал, если ты сейчас... Не назад проехать, я сейчас утоплю. Едь он назад. Не отпускает меня назад. Сейчас пока будем что-то решать. Выезжай. Капец, что за тишь? Ай, заглох. Он отпал. Ладно, бери свой прицеп на удачу. Вот когда будет эта другая машина, сам знаешь какая, то будет круто. Это будет пиздец. Твою мать, она меня не отпускает. Я все говорил. Смотри, нажимаешь вперед и назад, понял, газ и тормоз. И поворачиваешь руль, и она разворачивается тебе. Потом выезжаешь, смотри, видишь, на месте разворачиваюсь, учись. Учись, ты выйди сначала, потом везде. Сейчас все будет. Где ты бампер потерял? Не знаю. Когда прицеп тебе откидывал. Чё-то не камильфо, да? Я тупо газу, и у неё жопа поднимается вверх. Я вижу. Ты видишь? Да. Это каз, детка. Толкни сзади. Трусы сзади. Давай, давай, о, пошла, 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 давай, давай, давай. Жарим, жарим. Давай. Стоп, 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 стоп. Мне кажется, надо сбоку толкать, блин. Не-не-не, объедь именно фуру, понял, толкай. Не прицеп, а фур. Капец, она чисто буксует прям вообще. Пацаны, мастер-класс, оффроуд. Да-да-да. Давай, давай, сейчас главное, чтобы жопа выскочила туда. Блин, вот жаль, что у него не полный привод, твои ж здесь. Давай, давай, тули, тули, тули. Жалко, нитро нет. Да, спереди, да? Да, да, да. О, погнал, давай, давай, давай. Сейчас зацеп с Луми поедем. Рок, зацеп. Зацеп. Твою мать. Сейчас я сзади подолкну. Давай, я пока на ручнике стою. Погнал. Давай, давай. Есть другая идея, смотри. Какая? Ну смотри, как я выезжаю. Блин, на этом мусоре никак не можно выехать. Стоп, 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 ах. Да вот нахрен с ним, я уже задолбался, поехали отсюда. Погнали. Этот прицеп вообще не задолбал уже. Не могу, не выезжай. Отцепи его. Так я отцепил уже. Не дает, а сам не отцепился. Поехали. Он тебя не хочет отпускать. Я заметил. Блин, ну КАЗ хорошая машина, без прицепа. Без прицепа. Без прицепа, да. Ух ты, блин. Сейчас тебя так расколбасил. Туда прыгает вообще жестко. Смотри, вот... Вот тут оффроуд вообще на Range Rover классный. Смотри. Чё, прицеп будет, а чё прицеп здесь? Чё здесь прицеп? Вообще-то ты с ним ехал всю дорогу. Ты что, серьезно? Да. Он у меня в очи лежал. Я не отвечаю. Может, видосик посмотри потом. Капец, что-то с Амазингом лаги такие жесткие. Капец. Может, глобальная обнова? Это глобальная обнова. Да-да-да. Направо, направо. Уезжай тут. Поехали туда, потому что там крашит. Не, там не крашит, ты в другую сторону, мы оттуда приехали. Не, мы наоборот с другой стороны приехали. Ну ладно, поехали. КАЗ, это мощь. На самом деле в Советском Союзе КАЗы особо не ценились. Как КАМАЗы, МАЗы, КРАЗы, КАЗы так не ценились. Такие фонари сзади есть, я просто эту хрень отломал. Да есть, походу. Есть. Сейчас выйдем прямо возле моего дома.
Ты видел? Капец, тут такой трамплинчик. Ты не видел, как я втурился в дерево? Нет. А где ты? Возле своего дома уже. Лови меня. Дерево. Вообще рельсы на изи проехал. Да, реально? Да. Погнали в Арзамас кататься. Поехали. Капец, пушка. Если бы у нее разгон был, знаешь, как у Mitsubishi Pajero, вот этого Sand King, ты прикинь? Да-да. Оно валит боком или нет? Что? Не очень, там боком. А. Это ж КАЗ, а не дрифт-корт. Чуваки, могу, блин, я не скажу, какая машина будет заменять КАЗ, но я могу сказать одно. Добавьте слово КАЗ одну букву, и вот это вам та машина, которая будет у нас в глобальном обновлении. О, по прицеп. Так это, блядь. Шо, мой шо? Прицеп был. Шо ты говоришь, ну? Брать. Кого? Прицеп. А шо ты говоришь, ну нах, шо я спалил или шо? Не, то что я врезался. А, да твою мать, помоги мне. Обратно, не бери прицеп. Да давай с прицепом еще. Можно на КАЗах подкататься. Сейчас. Все, все, не надо, я сейчас выйду. Я тут еще дальнобойщик. Ох. Погнали. Вот это гонка вообще. Тогда пошла. Сколько максималка, я не помню. 108 или 109. Но на КАЗе с прицепом не разгонишься на незамененном полностью. Посмотри, как я сейчас 108. На трамплинчик залечу. 108? Капец, она летит. Вот именно. Сейчас я обгоню, смотри. То есть не обгоню, а смотри, как я заеду четко на мостик. Сейчас полетишь. Прикинь, так чисто в космос. Смотришь, смотришь? Да. Смотришь? Ну, четенько. Изи просто. Изи мани. Он прицеп вверх поднял. Причем здесь мани? Мани это деньги. Просто изи. Легкие деньги, к чему это ты сморозил? А ну попробуем, будет баг такой? Ебать я... Баг работает. Вот почему надо поаккуратнее. Я столб снес. Я видел. Она еще крепкая, кстати. Это просто так баганулось. Очень крепкая. Мне кажется, мы не доедем. Доедем. Чуваки, вот вам прямая подсказка. Возьмите вторую букву из моей настоящей фамилии и вставьте в название автомобиля КАЗ. И вот вам будет та машина, которая у нас будет в новой обнове. Уже все поняли. Надеюсь, она будет. Я тоже надеюсь, что она будет. Помнишь, как из-за прицепа не хотели вводить его? Да-да-да. Да-да, жопа. Только, чуваки, не надо там админам писать: «О, когда она будет?» Бо я за эти слова, грубо говоря, не отвечаю. Просто она светится вот это. Что светится? Желтым видел? Нет. Нет. Звезда? Да нет. Понял, типа мусор, типа светится желтым, типа. А, ну типа воняет токсины, это наш. Поэтому, чуваки, я не обещаю то, что будет та машина. Да зуй, блин. Так я еду 80. 60. Сзади подъехал, такой, так газуешь. Вио. Напиши, пацаны, КАЗ ввели. Напиши, пацаны, КАЗ ввели. Типа Тимоха на КАЗе ездит. Напиши. Да я просто с прицепом еще еду. Пацаны, КАЗ ввели, Тимоха на КАЗе и с прицепом ездит. Сейчас горочки попробую его разогнать. Так, разгончик сейчас будем брать. Видели, ехало два фуры, КАЗ, Тимоха, еще какой-то чувак, да, вообще? Без палева. 115, прикинь. Чётенько. Слышишь, давай ты с той стороны, а я с этой, краш-тест. Давай. Сейчас я развернусь. Типа внизу на горках встретимся. Да-да-да.
Я уже и начинаю разгоняться. Окей. А ты... Ты чуть побольше разгон возьми. Да и так нормально. Блин, ну я не успею разогнаться. Ну ладно, лучше будет, если два краза столкнутся. То есть краза. Это было хорошее сальто. Заглох? Я приехал, да. А я нет. Ну и иди теперь. Сейчас пойдешь. Поехали тогда в Барзабас просто. Поехали. Сейчас, погоди, тут надо развернуться. Посмотрим реакцию дальнобойщиков. Да-да-да. Я только на мосту с Канью видел. Они уже думают, что Касфиль. Ха-ха. Кстати, интересно, если на горку встать, тут под горку встать, она поедет или нет? Конечно, поедет. С таким трудом. Трист. Она шлифует, блин, всю дорогу. Блин, ну пушка вообще. Да да. Куда ты едешь, блин? Куда я? Ну давай, режь его. Спорим, вспомним старые 90-е. 90-е. Давай, давай, режь. Да, сука. Опасная машина. Да да. Тем более в таких опасных руках. Это точно. Там Волга стоит. Кирилл, тут Волга стоит. Кирилл, Волга! Я вижу. Я третьего. Ай. Хочешь назад, что, посехать воду? Да-да-да. Вообще, он хочет тебя столкнуть, а ты сам сталкиваешься. Давай, тормози, ну! Пошли Волгу отожмем. Погнали. Я таксист как раз. Наверное. Чё, сука? Лупи. Ты сталкивай воду его, сталкивай. Давай его отпиздим. Давай. Не меня. Я его лупил. Не прибил. Дай мне. Дай мне. Я успел. ВАУ. ВАУЕ, блядь. Да уж, блин. Ой, ну можно, в принципе, на этом заканчивать. В комментариях нас засрут прям жестко. Да. Чуваки, извиняюсь, лично за себя я уж точно извиняюсь, что так начудили. Но... Это таксисты. Тимоха, у Тимохи видно, что есть еще таксист, он любит других таксистов. Один прицеп остался. Бензин привезли таксисту, чисто. Стоял таксист, жахнули, отлупили машину, утопили. Вообще нормально. Возвращаем в атмосферу Амазин. На кассе такси уже. Блин, это было жестко. Ну давай уже закончим, а то мы будем так смеяться 2 часа. Ну да. Слушай, может найдем его и сейчас пошли в больницу к нему. Еще пизды на них. Говорю, где твое такси? Зачем ты это сделал? Что я сделал? В такси устроился. Так он даже не текал, понял, такой. Не понял. Даже не текал. Ну да, он вышел ау. Да, мы ау. Уи, ау, ауе. И у меня сейчас вот таксопарк, так что все нормально. Так если это твой таксопарк работал? Не, не мой, не мой, кстати, был. У меня 500 стоял. Ой, блин, стоял все таксист, прикинь, вызов принимал. Хер дыс на фуре в такси. Касси, пасть, ниоткуда. С прицепом, с бензином. Потом еще хотел помочь, утопили и отпиздили. Еще так жестко вдвоем отлупили. Да да. Ты с колена лупил, я с локтя. Фу, давай заканчивать уже. Сейчас такой холошинки не тяни никого.
Отрубили посреди поля чисто. Да-да. Я еще такой ремни оставлю, тут его с ноги между ног. По самому больному ебал. Чуваки, не делайте так, это полнейшее нарушение правил сервера, это плохо, как просто. Да, по яйцам бить плохо. Да. Петя поебал сразу. Мы просто показываем, как делать нельзя. Думаю, да. После этого видосика нам машины больше на тест не дадут. По-любому. Слушай, мы его не выложим. Пошли пизды дадим. Значит, есть еще одна идея. Погнали Каз еще возьмем и проверим, сможешь ты выжить или нет. Кто? А ну погоди. She was from the outside, I was from the north. She was